Вот я в гараже хочу показать машину, которую я купил жене. Это Porsche 2019 года, кабриолет с красным салоном для жены. Почему это важно? Не просто потому, что можно себе это позволить теперь целителю, тренеру и так далее. Просто потому, что у каждого человека есть возможность добиваться любых целей, дарить такие подарки. И я, как многие гипнотерапевты, целители, психологи, раньше тоже пытался запустить свой бизнес, у меня не получалось, потому что у меня не было учителя, который бы мне показал, как это делается правильно. Потом я нашел одного учителя, второго, третьего. Я не только запустил бизнес по гипнотерапии, я даже протестировал эти навыки в разных индустриях. И оказалось, что есть секреты, их всего три, которые вы можете, поняв, которые могут изменить всю вашу жизнь. На самом деле, в отличие от веры многих, особенно целителей, которые верят, что нужно работать за деньги, которые дадут, ну, как подачки, то, что много денег зарабатывать нельзя, помогая людям. Вот когда я понял одну самую главную вещь, что я действительно имею возможность, навыки спасать жизни людям, у меня есть правильные инструменты, которые действительно дают результаты, я начал получать прямо пропорционально тому, что я делаю, на что я способен. И на моей странице, которую вы увидите ниже под этим видео, вы сможете нажать ссылку и перейти на видео, которое я для вас записал. Я хочу просто дать вам всем понять, что не обязательно страдать и мучиться всю жизнь. Вы можете в какой-то момент прекратить и начать жить не только для других, но еще и для себя. Я прекрасно понимаю, что вы все хотите помогать людям, спасать мир и так далее. Но не обязательно это делать за счет себя. Вы можете в гармонии с этим миром зарабатывать, наслаждаться жизнью, путешествовать, иметь большие красивые дома, машины. Все, что вам нужно, это просто найти правильный инструмент. У меня получилось это найти, потому что я нашел правильных учителей, у которых действительно то, чему они учат, работает. И я тоже хочу вам показать, что есть инструменты рабочие, и не обязательно всю жизнь ходить на тренинги, учиться и не получать результаты. Я хочу сделать революцию, чтобы каждый человек, который хочет помогать этому миру, людям, чтобы у него была возможность также жить для себя достойно, получая за спасение людей достойные полноценные деньги. И я вам скажу по секрету, это никак не противоречит этому закону Вселенной, мирозданию, потому что человек, который действительно полноценный, который действительно понимает эзотерику на самом деле, он не может быть бедным, он будет богатым, у него будет все. Поэтому переходите по ссылке, я вам расскажу несколько секретов, которые мне помогли изменить жизнь. Всем привет!